3 декабря юристы принимают поздравления с профессиональным праздником. По этому случаю в Нарьян-Маре прошли торжественные мероприятия. Участие в них приняли судьи мировых судов Ненецкого округа, работники аппарата судов и судебных участков, сотрудники управления судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Подробности далее. День юриста – профессиональный праздник. Он объединяет юристов разных сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод граждан государства. Традиционно много лет в суде Ненецкого автономного округа в этот день проходят торжественные мероприятия. Награждают лучших гражданских служащих федеральных судов и судебных участков мировых судей. Одним из них стал Виталий Распопин, судья Нарьян-Марского городского суда. В профессию он пришел после окончания юридического факультета. Сначала трудился в должности помощника судьи, затем работал в суде города Архангельска. И с 2013 года указом президента был назначен в Нарьян-Марский городской суд. Свои сложности, конечно, есть. Это вызвано и спецификой региона. Здесь достаточно сложная категория дел, с учетом того, что город столичный для региона. Здесь все госорганы находятся, поэтому все споры с этими госорганами находятся в этом суде. Вообще таких судов мало по России, где есть все эти категории дел. По поводу беспристрастности судьи, это один из основных принципов для судей. Приходится быть беспристрастным, конечно, необходимо вникать в положение самих граждан, понимать, что им не движет, но при этом надо оставаться верным присяге и быть беспристрастным. А дата 3 декабря выбрана не случайно. В этот день, в 1864 году, в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Именно этот день, вплоть до 1917 года, российские правоведы считали своим профессиональным праздником. Честность, порядочность, верный закон. Я уверен, что сегодня в этом зале собрались именно такие люди, люди, преданные своему делу, люди, благодаря которым обеспечивается и правовая стабильность в государстве, в обществе. С профессиональным праздником, Днем юриста, собравшихся поздравили представители законодательной и исполнительной власти. Основная цель профессии юриста – установление законной справедливости. Именно от работников юридической отрасли, судей и адвокатов, прокуроров и приставов зависит безукоризненное выполнение законов, а следовательно, существование и правовое функционирование государства. Профессиональная деятельность судей требует определенных личностных качеств, например, таких как собранность и пунктуальность. Я, например, очень большое внимание уделяю такому качеству, как сдержанность, поскольку мы работаем с людьми и просто не вправе, скажем так, в судебных заседаниях как-то повышать голос. Люди, понятно, что бывают разные, не все бывают довольны судебными решениями, но в любом случае судья и даже работник аппарата суда, он должен быть всегда сдержан, то есть не настолько эмоционален, насколько, может быть, ему даже хотелось где-то внутри в душе. Кроме того, в ходе торжественного мероприятия отметили победителей традиционных конкурсов на звание «Лучший помощник судьи Ненецкого округа 2021» и на звание «Лучший секретарь судебного заседания 2021». Отметили победителей традиционных спортивных состязаний, которые удалось провести в этом году. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».